кредит на что брали? На повседневные. То есть на еду? Ну, как? Да, получается. То есть не было денег даже на еду? А поселок нет, большой? На еду-то были деньги. Свое хозяйство. Ну, а на повседневные нужды это что? Ну, на ремонт автомобиля там. Угу. А Лада Приора старая была, нет салона? Да, старая. Сколько стоила? Я ее поменял на другую машину. Ниву Шевроле поменял на Ладу Приору. А, на Ладу Приору, да? То есть взяли еще, чтобы купить ее в кредит деньги, да? Ну, Ниву Шевроле надо было ремонтировать. Угу. Нужны были деньги. Эта спецоперация началась. Все запчасти американские подорожали. Угу. Почти в два раза. Угу. Но у меня возможности не было. Угу. И решил поменять эту машину на машину. Откуда вы знали, что можно заработать деньги? А потом медкомиссию, водительские права, срок закончился, ага. Начал медкомиссию проходить, а там на этом было написано объявление, я увидел. Набирается какой-то батальон. А потом я пошел в военкомат и узнал про Украину. Угу. Новости смотрели до этого, знали, что война? Новости смотрел, но там все по-другому показывают. Что показывают? Ну, типа российские войска побеждают. Угу. Я понимаю. У вас образование какое-то есть? Среднее. Средняя школа только? Ну да, школа и ДОСАФ. И ДОСАФ, да? Да. И все, то есть у вас никакой специальности нет? Почему есть? Какая? Охранник, тракторист. Охранник, тракторист, да? Да. Я понял. А с женой говорили, что пойдете денег заработать в Украину? Ну да, она сначала не верила. Что она не верила? Ну что я поеду так. А потом начал не уговаривать. Успокойся, типа, все образуется. А потом я уже документы начал собирать. Угу. Документы собрал. Угу. Вот. И сюда приехал. А какая должность была в войсках? Стрелок обычно. Стрелок и в руках АК было? Да. Только АК. Стреляли? Стрелял. Убивали кого-то? Нет. Я военных-то не видел. А против кого стреляли? По воробьям? По воробьям другие стреляли, я тоже стрелял. По воробьях, да? Ну, не знаю, куда я стрелял. Ну, сколько БК разрядили? Один. Один БК, да? А какого числа взяли в плен украинцев? 25. 25, то есть вы полмесяца где-то были, да? Нет. Если в Запорожье, ничего, там просто в школе сидели, в спортзале были. Я понимаю. А сколько ехать от Мариэл до Украины? До Москвы 700 километров от Москвы, я не знаю. А чем? Самолетом летели до Москвы? Нет. С Яшкар-Алы в Тотский. С Тотского до Ровеньков. С Ровеньков с утра с 6-7 утра ехали до почти 10 часов. Не, вот смотри, вы чем ехали? Транспортом? Автомобильным или чем? Автомобильным, да. Автомобильным. Много там, смотри... Не, у нас же с Яшкар-Алы Самару, это на юг, вообще в Оренбургскую, да, область. Да. А с Оренбурга опять на северо-запад получается. Ну, это все машинами, да? Да. И много... А? Сначала на микроавтобусе ехали, угу. А потом на КамАЗах, Уралах. А, я понял. Потом полностью военные машины были. Хорошо, а вот... Вот честно, заработать деньги, потому что 50к нужно было отдавать. Ну, это для вас нормально? Не только 50к.
мелкие долги еще были. Ну, сколько суммарно? 140 где-то, 150. 140-150 тысяч, да? Да. Вот на нужды не было денег, да? Вот ехать убивать в другую страну, это нормально для вас? Да нет, не нормально. Я не убиваю. А что ехать делать? Ну, сначала сказали водитель аккумуляторщик. И что? В парке стоять. И что? Я не ехал убивать. Это война или спецоперация? Спецоперация. Это спецоперация, да? А в чем разница между войной и спецоперацией? Объясните мне. Ну, про войну же никто не говорил тогда. В России, ну, хорошо, для вас России, это... В России по телевизору спецоперация. А вы такой... Вы часто смотрите телек, да? Ну, как? Вечерами. Каждый вечер смотрите телек? Ну, вечерами не так часто. Вечерами другие каналы смотрят. Ну, телек? Ну, да. Хорошо. А что вы знаете про Украину? Как про Украину? Про Луганская область, Донецкая область. Что вообще знаете про Украину? Про Украину? Как? Да. Что это за страна? Ну, братская страна. Братская? Да. В чем братская? Ну. Thank you.